В этом году запланирован косметический ремонт 3 подпорных стенок. Первую стенку, которая находится на автовокзале, уже полностью привели в порядок. Из-за непогоды там работы заняли немного больше времени, чем предполагали сотрудники комбината зеленого хозяйства. Однако это не помешало им уже сегодня сделать последние штрихи на подпорной стенке около политехнического техникума. Специалисты КЗХ привели ее в надлежащее состояние, поэтому теперь она стала более красивой и аккуратной. Третья стенка, которую мы сегодня начнем ремонтировать, это в районе Карла Маркса 18, которая тоже уже подизносилась, имеет не очень презентабельный вид. Мы ее приведем в порядок. Помимо этого, силами учреждения производится значительное количество работ по ремонту контейнерных площадок, укладке плиточного покрытия и благоустройства нашего любимого города. Что касается восстановления требующих ремонта контейнерных площадок, то несколько последних лет комбинат зеленого хозяйства комплексно этим занимается. Во многих дворах областного центра эти специально отведенные места вызывают обоснованные нарекания жителей. Но благодаря усилиям сотрудников КЗХ город меняется. Контейнерные площадки ремонтируют по жалобам магаданцев и по составленному на год плану.